Так, мы находимся в подвале заброшенной больницы. Такое вообще атмосферное место. Комбо валяется. Какой-то архив, наверное. Жутковатое место, конечно. Смотрите, какая плесень, просто паутина. Да, он, конечно, камера не передаст весь колорит этой плесени. Такая, я даже не знаю, Германия, Германия. Клетка для кого-то для вечера. Банки из-под чего-то. Завод медицинских препаратов. Мишка без головы. Thank you.
Запах какой-то химический. Уже все подразрушено, подгнило. Это жидковатое местечко. Сталинский НИИ эпидемиологии, микробиологии, гигиены, М3 СССР. Они, конечно, все пустые, но место интересное. Вот интересно. Тамбур. Так, и все здесь уже вот ограждено, что сюда нельзя, потому что пол провалился. Вопоило холодом чердака. Ну, тут мы, к сожалению, бродить не будем, поскольку это небезопасно.
прикольно, когда пол под ногами проваливается. Интересное место. Бутыльки. Непонятно какой жидкости. А не вам. Буферный раствор. Может туда что-то найти с надписью, но уже нет. Остатки лабораторные. Колбу кто-то разбил. Подставочки для пробирок. Колоритная такая плесень здесь тоже. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и делитесь этим видео с друзьями.